Hi guys, welcome back to Junris Vlog the Reactor. For today's video reaction, let's go to our favorite country, which is Russia. Private and spasiba to our Russian friends. How are you all guys? Hope you're doing well and fantastic. And the title of this video, as you can see on my thumbnail, is CNN's film about Putin, the most powerful man in the world in Russian. This is just a part two. There is a Russian translation with this one. Oh my god, I'm really excited to watch with this one. And credit to the owner also with the video, of course, our favorite content creator. Tablet for memory, I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click on subscribe button, click on notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestions related to this video or any Russian videos or artists that you can suggest, drop it in the comment section. I'd love to read and respond you all and make your video request. So let's get to it, guys. I really want you to turn on the CC down there for your Russian subtitles or English subtitles or any subtitles that you want to choose. Let's get to it. Enjoy, guys. Have fun. В первой части мы увидели. Он был агентом КГБ, по определению у него нет души. Как же он могущественен. Он ненавидел ее всей душой. Путин вышел на улицу и встретил толпу лицом к лицу. В одиночку. Уловка Путина сработала. Толпа рассосалась. Эта душевная травма останется у Путина на всю оставшуюся жизнь. Я как бы почувствовал его душу. Most powerful man in the world, indeed. Сколько же раз она получала удары от жизни? Сколько путей она осветила собой? Это настоящая женщина. В самом сердце хакерского скандала, который потряс выборы 2016 года в Соединенных Штатах, была старая обида. Моя мама, мой герой и наш следующий президент, Хиллари Клинтон, было выше идеологии. Это была личность. Владимир Путин не был фанатом Хиллари Клинтон. Конечно, Путин хотел, чтобы Хиллари проиграла. Он ее ненавидел всей душой. Премьер-министр, у нас есть много проблем. Напряжение между двумя лидерами нарастало с каждым годом. В 2001 году еще один американский лидер, Джордж Буш, был впечатлен Путиным. Почувствовал его душу. Но во время предвыборной кампании в 2008 году у Хиллари Клинтон было другое мнение насчет Путина. С ним нельзя разговаривать, он был агентом КГБ, по определению у него нет души. Это просто пустая трата времени. Недавно госпожа Клинтон сказала, что вы, как бы агент КГБ, по определению, не имеете души. Путин парировал. Передайте госпоже Клинтон, что ее политические заявления должны проистекать не от эмоций, а от здравого смысла. На протяжении многих лет Клинтон очень жестко отзывалась о Владимире Путине. Он слишком высокомерен, чтобы с ним иметь дело. Мы должны отвечать его нападкам. Он слишком много на себя берет. В 2011 году отношения между Путиным и Хиллари прошли точку невозврата. Hillary Clinton was against the beginning of the Arab Spring protests early that year. Это было восстание обычных людей, которые Путин так ненавидит. Он начал видеть себя глазами Хосни Мубарака. По Хосни Мубараку в Египте проводилось расследование. На очереди был сирийский лидер Башар аль-Асад. Ливийский лидер Муаммар Каддафи был уничтожен. Он был брутально убит, хотя молил о пощаде. Путин боялся такой же судьбы для себя. И всего через несколько недель подобное восстание началось в России.
Десятки тысяч мирных протестующих вышли на улицы Москвы. Это был самый большой протест со времен распада Советского Союза. Люди висели на фонарных столбах, люди ходили по улице, и это шокировало. Теперь Путин переживал тот же ночной кошмар, который случился с ним в прошлом, когда он был офицером КГБ в 1989-м. И в этот раз все происходило на его заднем дворе. И он даже не был президентом в то время. Он был премьер-министром, передавший власть своему ассистенту Дмитрию Медведеву. Чем холоднее становилось на улицах, тем массовее были протесты. Когда Путин увидел протесты против него, подключилась Хиллари Клинтон. Люди России, так же, как и все другие люди, заслуживают того, чтобы их голоса были услышаны и посчитаны правильно. Когда Путин слышит подобные вещи, он вспоминает про Саддама Хусейна и боится, что за ним придет народ. На CNN что, работают экстрасенсы? Он думает, да что вы, черт возьми, знаете о моем народе? Я сам знаю, что хочет мой народ. У россиян очень много причин для того, чтобы злиться. Владимира Путина на должность президента страны. В этот момент стало понятно, что Путин станет президентом опять, в третий раз. Это означало, что он потенциально мог рулить Россией до 2024 года. Некоторые люди говорят, о боже мой, я просто умру, если этот человек будет у власти. Несколько месяцев спустя... Выборы в России оказались полным фарсом. У нас есть серьезные опасения по поводу честности этих выборов. Хиллари Клинтон выражала свою глубокую озабоченность несправедливыми российскими выборами. Думаю, в тот момент она еще не понимала, какую сильную угрозу такие заявления несут для нее. Путин был прижат протестом к стене, но он перевернул все с ног на голову. И обвинил к причастности организации этих протестов Хиллари Клинтон. Он заявлял, что она воодушевляла протестующих заявлениями о нечестности выборов. Там все сильнее и сильнее атакуют фундаментальные права человека. И эти ее заявления были сигналом. Но стратегия Путина помогла ему победить. И мы эту победу. В марте 2012 года он победил в выборах легко. Владимир Владимирович Путин. Эти слезы стали ответом на угрозы его власти. Мы показали, что нам действительно никто ничего не может навязать. Может быть, он и победил в тот день, но Владимир Путин никогда не забудет ту женщину, которая была против него, когда он был внизу. В каком низу, блин? Извините, ненадолго прервемся. Поскольку в данном моменте антироссийская пропаганда CNN слабоватенькая, я решил предложить свой альтернативный вариант. Ты воодушевляла протестующих против меня и сказала, что у меня нет души? Я никогда не прощу тебе этого. Слышишь, никогда. Настанет тот день, когда ты, Хиллари Роттен Клинтон, почувствуешь на своем теле руки Кремля. И тогда я хакну тебя по самые помидоры. Извините, что-то я увлекся, продолжаем. Вы думаете, он использовал свое влияние для того, чтобы извратить эти выборы? Я думаю, именно такой образ мышления вел его на протяжении долгого времени. Я полностью уверен в том, что русские... очень сильно повлияли на наши выборы. Американские спецслужбы заключили, что Путин лично отдал приказ вмешаться в выборы Соединенных Штатов Америки. Частично из-за комментариев Хиллари Клинтон о нечестных российских выборах 2012 года. И при этом Путин отрицает, что русские хакнули демократическую партию.
Вы знаете, как много хакеров сегодня в мире? Это по-настоящему непроверяемая вещь. И русские хакеры сосредоточили свои атаки на самом слабом звене. Демократическом национальном комитете. Вы не можете просто так взять и взломать компьютер демократической партии. Это займет очень много времени и труда для того, чтобы проникнуть в их компьютеры. Это вам не бутылка пива, которая легко открывается открывашкой. Напомню, что пароль почты Джона Подесты, менеджера предвыборной кампании Хиллари Клинтон, был, знаете какой? Пароль. Больше 19 тысяч писем были опубликованы в самый неподходящий момент для Хиллари Клинтон. Похоже, мечты Трампа сбываются. Такое впечатление, что это специально для него. Дональд Трамп возвысился на фоне неудачи Хиллари Клинтон. После того, как письма были опубликованы, Хиллари Клинтон удалила их со своего компьютера. «Россия, если ты меня слышишь, я надеюсь, что ты сможешь найти те тысячи электронных писем, которые пропали с компьютера Хиллари Клинтон». И в конце концов, американские выборы пошли по пути Путина. Я только что получил звонок с поздравлениями от Хиллари Клинтон. Программа Хиллари Клинтон была довольно-таки негативной для ее страны. Я не понял, это что, будет плохо, если у нас будут нормальные отношения с Россией, а? На протяжении своей предвыборной программы Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что мы найдем взаимопонимание. Если я нравлюсь каким-то людям, то они тоже мне нравятся. Ну и на кого бы вы поставили? Это не тот результат, на который мы рассчитывали. Хиллари Клинтон потерпела одно из самых жутких поражений в истории Соединенных Штатов Америки. Я знаю, какое разочарование вы чувствуете, и я чувствую его тоже. И она проиграла. И она проиграла из-за хакерских атак. Это так больно. И будет больно на протяжении долгого времени. Путин, похоже, был очень доволен своим местью. Да поможет мне Бог. Поздравляю, мистер президент. И Путин получил даже больше. Если у Путина есть на Дональда Трампа хоть какой-то компромат, если у российского правительства есть какие-то рычаги давления на Трампа, тогда это очень серьезно. У меня нет точного ответа на этот вопрос, но мы не можем просто взять и оставить эту загадку неразрешенной. Bravo. This is a very interesting video of how this most powerful man in the world was criticized, and even I don't know, I don't have any idea why, like, Hillary Clinton getting into bad mouth about Vladimir Putin that she don't know about it. We cannot question also some people that they're always making some fuss and making some bad words about Vladimir Putin because they really want to get down of Vladimir Putin, but he is the best and like stronger president in the world. And because once you are good, there are people will like getting you back down. And this is like an incredible video of how strong Putin is and the supporter of Mr. Vladimir Putin. And maybe this is the reason why Hillary Clinton didn't win. I enjoyed with this video because it says a lot at all that there are a lot of people still like supporting with the president. President Vladimir Putin to be in the position also, and that's amazing. As always, I've said, no matter how good you are, there are people will talk about you with bad mouth about you. As long as you know yourself, you know that there are good people will support with you, and that's really important. And thank you so much for this amazing video to Tablet for Memory. And if you enjoyed watching with this one, guys, and if you do, and if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put in the description box below. If you like this video, guys, same as I did, just give a massive thumbs up, like and share, subscribe also with my channel. This is Junris Vlog at React, saying stay humble, stay positive, guys. If you want to connect my social media account, is in here. If you want to connect my second channel, it's on the description box below. Thank you so much, Prevet and Spasiba to our Russian friends. But good day, everyone. Bye bye. Mabuhay po tayong lahat. God bless po, and see you in my next video reaction.